сыпь, не знаю. Вот, маникюр-то я вот в эти дворы и бегала-то тогда. Как неудобно. Ну, далеко, да. Конечно. Большой какой. Тут разрешено, знака нету. Вроде все замерзшее, крепко. Прошел он удачно. Давай, держись. Ладно, если ты провалишься, кричи мне. Идем с мамой по льду, по нашему пруду, рискуем жизнью. Посмотрели, молодой человек прошел, мы решили тоже пройти, потому что вот тут вообще мост есть, вот этот, Макаровский, по-моему. И его сейчас отреставрировали, он очень красив вечером, очень. Смотрите-ка, что подтаивает, подтаивает, все равно страшновато. Смотри, видишь, подтаявшие тут? Да. Видите, как будто бы вода-то просачивается вообще-то. Ну, тут не было знака, что по этой дорожке нельзя идти. Значит, можно. Так, мы идем в Ельцин-центр сегодня. Там я хочу купить подарочки всякие. В Америку к Новому году. У меня это муки. Адовы покупать подарки. Уж вот что не мое, то не мое. Это косметика. Я абсолютно теряюсь в этих магазинах. Я не знаю, что покупать. Захожу, через 2 минуты меня все начинает раздражать. Потому что я теряюсь. И в итоге мне очень сложно это покупать. Косметику. Не увлекаюсь я ей. И подарки. Куплю. Извиняюсь, херню какую-то, я как всегда. Мне даже дарить стыдно. А вот фантазии что-то мелкое и полезное подарить, у меня ума не хватает. Представить, что это человеку надо. Вот умеют же некоторые люди. Мелочь подарят, а нужна всегда. И думаешь, на же, как он так хорошо все купил, догадался. Вот, поэтому я сейчас иду, куплю что-то русское народное. И у нас в Ельцин-центре и в Пассаже. Вчера я ходила с подружкой на ужин. И там такая матрешка у нас стоит классная. И в ней всякие сувениры, мне так понравилось. Вот, Рику куплю зажигалку. Все, хочу ему купить ее. И как-то, знаете, думаю, это... Ага... И думаю, знаете, покупать зажигалку. Ну, это как, он же здоровье себе отравляет сигаретами. А потом думаю, ну ладно, зато пользоваться будет. Так что в этот раз я ему зажигалку привезу. Там, может быть, кому-то чехлы для очков куплю красивые. Так, нам вот сюда, наверное. Вот сюда. Потом очень красивые из малахита подвески вчера были. Висели. Но будет их кто носить, не будет. Матрешки также шикарные. В общем, сейчас посмотрю. Подарков 10 мне все равно надо купить американским родственникам на Новый год. Видите, какая красота. Ну вот Ельцин-центр, вход. Вот написано. Видишь?
Видишь, написано? Так, все, мы дошли. Ну, там вообще-то, может, с центрального пойдем входа. Там, ну, я не знаю, что тут. Так, ну вот эта машина Бориса Николаевича Ельцина. Только не пишите мне, что показывает Ельцин центр. Слушайте, это история. Относитесь к этому как к истории. В нашей жизни это было актуально. И поэтому у нас вот все вот так в жизни. И вот мы наблюдатели. Ельцин центр. Я как человек, который тут живет, приезжает. Для меня шикардос сюда прийти. Такое здание выстроили. Тут бутики вот такие хорошие. Со всякими уральскими прибамбасами. Я каждый раз прихожу, покупаю. Представляете, сушеная лесная земляника. Слушайте, как классно. Сколько она стоит, интересно. Вот тоже на подарок взять. Представляете, вот так вот. Подарить, в чай бросать. Так, какая цена? Это же вообще шикарно. Где цена? И поэтому вот я просто наблюдатель за всем этим, который ничего не может решить глобального. Так, вот, думаю, Урал. А Урал позвал. Здесь вам не Москва. Слушайте, так классно. Уехать нельзя, остаться. В общем, как хотите, так и читайте. Классно. Ты чё, с Урала? Слушай, мне тут написали, ты чё говорит, чё говоришь? Так если мы на Урале так говорим, чё? Я так и говорю. Заколебали. Живете в России и до сих пор не знаете, что во всех регионах говорят по-разному. Поражаюсь такой этой необразованности людей. В собственной стране даже не знают, что люди говорят по-своему в каждом регионе. Ты чё, с Урала? Так. Ручки. Кружки я тут смотрела. Ой, такие красивые продают. Хозяйка Медной горы. Такие зеленые. Но их переть, это же, вы знаете, не шуточки. Слушайте, как мне понравилось вот это вот сушеное. Это клубника. Ой, земляника. Обалденно. Просто обалденно. На подарок. Сейчас узнаю, сколько она стоит. Но если 1000 рублей, это еще нормально, $10. Но если, конечно, 2000 рублей, это уже для меня будет дороговато. Так, это вот из прошлой жизни. Автобусы. Так. Там какие-то баночки, конфеточки, шоколадочки. Зеленые. Ну, вот это вот нет. Это на любителя, конечно. Малина сушеная. Нет, в те разы такого не было. Кисель малиновый. Грибы, смотрите. Так, грибами не удивишь. Так, вот. А, по 700 рублей, слушайте. Вот, ну это классно. Я куплю. Вот это я точно куплю. Две ягодки бросил. И будет такой запах от чая шикарный. Ничуть не хуже шафрана ихнего дорогостоящего. Вот в такой бы баночке я купила. Она поменьше, но тут вот ассорти нет. Ассорти мне не надо. Мне нужна только земляника. Это, наверное, точно 1000 стоит. Если вот это 700, значит, та 1000. Так, значит, 3 баночки я покупаю. Так, что там еще? Вот наборы есть. Так, это что у нас? А, вот для глинтвейна наборы. Так, вот это что у нас? Такое интересное. Сироп из сосновых шишек. Что-то я такого вообще не видела. Впервые вижу такое.
Так, попробуй Урал на вкус. Слушайте, 280 рублей, 190 вообще недорого. Вообще. Ну, а что тут малины-то на две ложки? Ну, а что-то необычное, необычное. Так, это черника. Это у нас сосновые шишки варенье. Брусника. Вот брусники в Америке, по-моему, нету. Так, помидоры вяленые. Паста из кэшью. Кедровые орешки. Слушайте, у меня были, я ведь выкинула. Мне Юлька тогда давала банку, но у меня 3 года простояла. И в итоге я ее выкинула. Но не съела. Так, это, ух ты, это вот лесная брусника. Классно. Попробую Россию на вкус. Вот, вот она, лесная клубника, вот ее я и куплю. Сколько эта баночка стоит? И она легкая такая. Отлично. Просто отлично. Пойди все и заберу. Ага. Пойдем посмотрим. Ага. Классные ягоды. Что? Так, а я ягоды хочу эти купить. Это лесная земляника, это ягоды в чай бросать. Да. Угу. Вот это что? Что такое? Это? А, это карты какие-то. Нет, это мировые карты. Ну, наверное, птицы изучение, ну, наверное, такая, скорее такая, всего. Такая, нажимаешь, может, там оно это пищит, как они поют птицы-то. Ну, как бы нажимаешь и показывает, как это, птицы поют. Слушай, с таким тобусом то девушка-то это. Ага. А девушку-то не пустили. Помнишь, на самолет-то? Ну, у нее зато он не в упаковке был, вот такой где-то размером и подлиннее. Ну, да. Все 5000. Это на подарок-то, наверное, оригинальный. Ну, только еще узнать, что там это внутри. Слушайте, такие открытки. Ой, какие классные. Смотри, какие классные. Сколько они стоят? А ты где взяла? Вот. А, 50 рублей. Слушай, я бы это детям такие взяла. Какие классные вообще. Правильно мне мама говорила. Всю зарплату жене. Шоколадка не взятка. Нас мало, но мы в тельняшках. Так, трою на какую-то открытку. Посмотреть. Классные вообще. Так, сейчас. Слушайте, смотрите, какие изделия у нас продают из бумаги. Я вот думаю, как под это выглядят. А, выглядят бумажными, но это обман или волшебство. А, ничего себе. Пленки. Влагостойкость. Ух ты. Ничего себе. Сколько стоят они? Представляете, это эффект бумаги. А на самом деле они очень водостойкие. И хорошо носится. Ну-ка, я сейчас посмотрю их получше. Прикольно. Друзья, хочу вам немножко показать красоты уральской. Прямо вот смотрю и кайфую. Представляете, какой малахит красивейший. Вообще обалденный просто. 1600 рублей стоит. Аметист. Что это? Так, потом мне так понравилось. Смотрите, таблетница. Но она стоит 3600 рублей. 36 долларов. Тоже тут малахит. Такая шикарная просто. Такие камни всякие. Ну, это, конечно, надо разбираться. Опять же, место надо для них, чтобы поставить и любоваться. Пылью покроется, и все. Не выковыришь. Ракушки какие-то задервенелые. Вот такая. Это что у нас? Такое. Для денег, что ли? Не знаю.
одной рукой неудобно открывать. Так, вот я Рику хочу зажигалку купить. Но это слишком жирная цена. 3900. Смотрите, какие шкатулки офигенные. Ой, какая красота. 21 тысяча. $210 где-то. 200. Конечно, очень красиво вот это. Посмотрите, какая красотища. Все прям блестит. Ой, какое тяжелое. Вот это вот у каждого жителя Урала должна быть вот такая ящерица вот с такими камнями. Магнит или должна стоять у вас где-то там на шкафу, на комоде, что вы с Урала. У нас у бабушки всегда вот такая ящерица стояла, и у нас у всех они есть. Это показатель того, что вы с Урала. Тут что у нас? Ювелирные изделия. Ой, какой красивый, такой нежно-нежно-голубой. Вот кольца различные. Натурального камня много не бывает. Мы ждали тепла человеческих рук. Миллионы лет, классная реклама. Правда красиво, друзья. $44 где-то стоит. Стоит 4500. Пластик 2,70. 700 какие-то даже. Серьги. Так, это уже когда выходишь из музея Ельцина, можно вот это вот все купить. О, вот это классно. Смотрите, дефицит, помните? Очереди-то стояли. Ну-ка. Так, вызываем электронный лифт. Пошли. Это второй получается, да? А, вон там, наверное, пришли еще. Ой, вот. Блин. Так, стоп. Стоп это. Стоп. Так, мам, нажимай на первый. Так, ну все, купили все, что надо. Сейчас пойдем еще в другой магазин в Екатеринбурге. Там куплю сувенирчиков. Так, стоп. Вот наш этаж. Тут Юлька говорила, есть кафе, где любимые блюда Наины Ельциной. Афоня? Вон там. Вон они. Вон там кафешка есть. Но мы сейчас пойдем в пельменную. У нас тут в Екатеринбурге есть старинная пельменная. И проверим, может быть, она до сих пор еще работает. Если она открыта, мы там поедим пельмешки. Потому что уральцы очень любят пельмени. И внуки у меня, они пельмени лупят там в Мексике. Только так
Они покупают, девчонки наши стряпают, продают. Там нету русского магазина в Канкуне. И поэтому или самим стряпать. Так, вот здесь такой буфет есть. Ну, я когда-то ела в нем. Ничего особенного я не увидела. Какое-то особенное меню. Сейчас проверим. Да, это обычная кафешка.